Музей Лобачевского Казанского федерального университета посетили потомки Николая Ивановича. Он в течение 40 лет преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений. Музей понравился. Хороший, просторный. Цветовая палитра понравилась. Экспозиция, по-моему, грамотно сделана все. Ну, он видно же, что доведен до ума. Все это смотрится не уныло, несмотря на много старых вещей. Лобачевский был великим строителем Казанского университета. Новый ректор со свойственной ему энергией сразу погрузился в хозяйственные дела. Реорганизация штата, строительство учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий и обсерваторий, поддержание библиотеки и минералогической коллекции, а также участвует в издании «Казанского вестника». Ну, мне, конечно, интереснее то, что связано с, наверное, атрибутикой того времени и с личными вещами, старые фотографии. Мне, кстати, очень заинтересовало письмо Лобачевского Эверсману, которое, как выяснилось, не вскрыто и неизвестно его содержание, но надо обязательно прочитать. Сам Лобачевский многое делал собственными руками. За время работы в университете он вел курсы по геометрии, тригонометрии, алгебре, теории вероятностей, механике. Одновременно с преподаванием Лобачевский читал научно-популярные лекции для населения, а также неустанно развивал и шлифовал главное дело своей жизни – неевклидову геометрию. Первый набросок новой теории, доклад «Сжатое изложение начал геометрии» Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Дата этого выступления считается днем рождения неевклидовой геометрии. Амир Ахтямов, Универньюз.